Здравствуйте, с вами Народная студия. Каждую неделю трое участников нашего музыкального проекта входят в студию, чтобы записать свою песню. Лебединую песню. Их внимательно слушают эксперты и зрители, которые выносят свой вердикт. В прошлой программе для вас пели Юлия Полынцева. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Все позабудь, что миновало, все, что упало, то пропало, все, что шло, обратно не вернешь. Только туда и нет обратно, то, что сейчас невероятно, завтра наверняка произойдет. Проснись и пой, проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. И пой, проснись, и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Константин Олейник. Мне не свернуть с пути, который мной проложен. Горит еще свеча, и жизнь во мне тоже. И если вдруг упал, не значит, что я сдался. Я биться до конца сам себе поклялся. Идут дни, идут недели, идут года, но неизменно в ритме бьются наши сердца. Пока еще музыка течет по моим венам, я буду дышать и пробиваться сквозь толстые стены, карабкаться все выше и стремясь к небесам. Ну а что будет в финале, известно лишь богам. Нам не познать, кто на дне будет, а кто на вершине. Кто потерпит фиаско, а кто распустит крылья. Который год уже просыпаюсь с мыслью в голове. Для чего живу и что будет в самом конце? Уйду на небо после себя, ничего не оставив. Или войду в историю, нарушая правила. Всевышнего молю и лишь об одном прошу. Дай мне время сотворить то, что я хочу. Есть еще надежда, что все это не зря. Цель близка, и к ней буду идти до конца. Что меня не убивает, то делает сильнее. И я всегда в это верил, верю и буду верить. И пусть меня кидают камни, пусть ненавидят. Мои цели благи, и они покроются былью. Мне не свернуть с пути, который мной проложен. Горит еще свеча, и жизнь во мне тоже. И если вдруг упал, не значит, что я сдался. Я биться до конца сам себе поклялся. Группа «Янтарный оттенок». Я боюсь того времени, разорвать узы бремени, взмыть свободною птицей, в невесомости скрыться. Наш союз обречен на провал, он надеждой святою сиял. Мне его одной не сберечь, ты вонзил в мое сердце меч. Компромиссовый вкус опостылил, нужно смыть следы пагубной пыли, сбросить песни твои в океан, прекрати вредоносный роман. Мое небо меня обогреет, ветер чары стихийно развеет. Оправдание не готов, засыпает навеки любовь. Засыпает навеки любовь. И ручей моих слез обмелел, и напрасно не прикосло, и всему ясно светит предел. У медали две стороны, это поняли я и ты. И воздушные замки превратились в останки.
увядает цветущий сад. Без любви там наступит ад, лежит пятый нахальный огонь. Протяни мне свою ладонь, компромиссовый вкус опостылил. Нужно смыть следы пагубной пыли, сбросить песни твои в океан, прекрати вредоносный роман. Вот что сказали по этому поводу наши эксперты. Я буду единственный Константин для меня, тот, который вот мой исполнитель, и вот я как слушатель говорю. Все. Как я к нему критично не относился. А я считаю, что нужно отдать все на суд публике. Я бы оставил вот этого парня прямо, и все, и нормально. Потому что Игорю понравились ребята. Даже что Юля хорошая девочка. Ну вот лучше бы она как-нибудь на монгольском бы нам. А вот этот ансамбль, он пусть репетирует там, да, в этом, в актовом зале. В каморке, да. Вот мы разделились, два голоса за Константина, да, один голос за Янтарный оттенок и один голос против всех. Вот в такой ситуации, может, правда, зрителям все отдать? Нет, ну мы как бы уже, да, определились, кому что нравится, кому не нравится ничего, вот. Все-таки надо сказать, кто у нас... Так и скажи. Я не могу сказать, и тут вообще... Следующий тур, по мнению нашего экспертного жюри, проходит Константин Олейник. Ну а зрители проголосовали следующим образом. В этом сезоне голосование в народной студии платное. Для того, чтобы поддержать участника, нужно отправить СМС на номер 4647. На момент подготовки этой программы к эфиру количество голосов было следующим. Следить за ходом голосования можно на сайте galizdra.ru. Сегодня мы будем рады представить вам следующую тройку участников. Кристина Орлова. Константин Землянский. Группа «Свобода есть». У наших сегодняшних участников все впереди. Клипы, концерты, гонорары. Народная студия призвана сделать все, чтобы слава не заставила себя долго ждать. Тогда и мы не должны больше ждать. Ирина, приглашай конкурсантов в студию. Пока участники готовятся войти в студию, наши эксперты уже заняли свои места. Сегодня выступления участников оценивают. Иван Белоусов, музыкальный продюсер. Анна Шинковая, педагог по вокалу, солистка Омской филармонии. Александр Чесноков, экс-гитарист группы «Гражданская оборона», основатель и бессменный лидер группы «Коллекция бабочек». Игорь Завирюха, генеральный продюсер «Радио Сибирь». Кристина Орлова. Здравствуйте, меня зовут Орлова Кристина, мне 12 лет. Я занимаюсь эстрадно-джазовым вокалом уже 3 года. Также я занимаюсь в драматическом лицейском театре и очень мечтаю стать певицей. Я отслеживала все выпуски вашего проекта на сайте Дома Голиздра, и мне очень понравился ваш проект, и я пришла сюда. И вот у нас в студии Кристина Орлова. Кристина, привет еще раз. Здравствуйте. Мы уже послушали несколько песен сегодня, выбрали песню, которую сегодня Кристина будет петь. Она называется... «Мечтай». «Мечтай». Итак, Кристина Орлова, «Мечтай». Поехали. Я хотела бы плыть над облаками, от туманов до северных сияний, пролетать большие города. Под крылом оставляя небоскребы, но ты попробуй верить в то, что сбудется мечта. О-о-о, все возможно, я с тобой. Мечтай, мечту не отпускай, и каждый рассвет встречай, как новый шанс, это наш звездный час. За нас мечтай, все сбудется, когда расправим мы два крыла. Одно любви будет небо за нас, мы все кружимся по своим.
орбитам и летят мимо нас метеориты. Пусть Земли не сникнет никогда. Как новый шанс, это нам звездный час, небо за нас, мечтай, все сбудется, когда расправим мы два крыла, одной любви будет небо за нас, небо, мечтай, и каждый рассвет встречай. Как новый шанс, это нам звездный час, небо за нас, мечтай, все сбудется, когда расправим мы два крыла, одной любви будет небо за нас, небо за нас. Ну что я хочу сказать, молодец, молодец. Песенка чудесенка. Песенка и песенка. Девчонка-то старается, она все что-то делает. Представляешь, ей же вот это вот, она сама так, это неестественно, да? Вот смотри на артикуляцию вообще. Обалдеть. Ну, здесь вот эти моменты. Язык сложил, вот так технические вот. Моменты вот эти как раз, открытие там рта, там, допустим, да, освобождение нашей челюсти нижней, вот эта, которая у нас абсолютно неподвижна, особенно у сибиряков. Я могу сказать, что иногда это очень помогает, освобожденная вот эта но свобода, да, челюсть. Подождите, Сочи. Друзья мои, подождите. Девочке 12 лет. Она еще в процессе вот становления, скажем так, вокала, да? И, видимо, это делается намеренно педагогом для чего-то. Я не понимаю, почему параллельно с этим немного там вот не выравнивается интонационное вот это вот ощущение. Ощущения и чистой интонации нет. Там нотки надо бы попасть сначала. Вот педагог должен, на мой взгляд, сказать, вот это у тебя вот прям это нормально. Вот это вот здесь еще надо, мы будем тут что-то делать, а вот это ну, у тебя уже нормально. Ребенок это воспринимает как добро, и вот с этим он потом идет, да? Но девушка хорошая. Нравится, что она старается, она делает все как положено. Да, я сейчас вот крылатые качели, все будет по-другому. Она там раз. Константин Землянский. Здравствуйте, меня зовут Землянский Константин. Профессионально никогда не пел, никогда не учился вокалу. Работаю звукорежиссером, звукооператором. В общем, человек-кнопка последние 15 лет. Ну и вот как-то так решил. Почему бы и не попробовать себя, чтобы, возможно, дали какую-то профессиональную, адекватную оценку моему творчеству, моим трудам, моему старанию. Я когда-то был на сцене, играл на сцене, но потом все вот так получилось, что, в общем, я сел за пультом и никуда оттуда особо не срывался. Константин Землянский у нас в студии. Еще раз добрый день. Ну добрый. Что, попробуем записать что-нибудь? Ну да, поехали. Песня известная. Расскажите, птицы. Константин абсолютно уверен в себе. Наверное, так и надо. Многие, придя в студию, волнуются, а он невозмутимо делает свое дело, поет. Молодец. Расскажите, птицы, что вас манит ввысь? Надо мною вы так дерзко вознеслись. Может, потому вам так легко лететь, что к успеху не стремитесь вы успеть? Не мучат вас обиды прошедших лет, прекрасных лет, крылатых лет. Полма, летите, летите через полночь, и солнце в зените по куплету всему свету. Вы раздайте песню эту,
дождей грибных серебряные нити. По куплету всему свету вы раздайте песню эту и дождей грибных серебряные нити. Расскажите, птицы, времечко пришло, что планета наша хрупкое стекло. Чистые березы, реки и поля, сверху все это нежнее хрусталя. Неужели мы услышим со всех сторон хрустальный звон, прощальный звон? Полно, летите, летите через полночь, и солнце в зените, по куплету всему свету вы раздайте песню эту и дождей грибных серебряные нити. По куплету всему свету вы раздайте песню эту и дождей грибных серебряные нити. Солнце в зените, по куплету всему свету вы раздайте песню эту и дождей грибных серебряные нити. По куплету всему свету вы раздайте песню эту и дождей грибных серебряные нити. По куплету свету, да вы раздайте песню эту и дождей грибных серебряные нити. Прекрасно, записано. А чисто же поет? Чистенько. Все-таки звукорежиссер какой-никакой, наверное. Если звукорежиссер, теперь еще и поющий, я так понимаю, дальше продолжит поиски себя, я ему предлагаю, как только у нас вакансия радийная освободится, ведущему пойти. Мне тембр голоса просто нравится. Нет, тут все правильно. Человек попадает в ноты, интонирует правильно. Все, вот все хорошо. Ну, еще немножко, знаете, как бы если человек вот не занимался этим совсем, вот как бы как вокалом, да, немножечко вот все-таки какие-то тонкости бы вокальные бы подсказать, и было бы, наверное, очень даже симпатично. Просто ну, даже тоже. Вот не технически, я имею в виду техники там вокальные, да, а где-то там подлиншую ноточку где-то там, вот именно в каком-то конкретном произведении, я просто даже про это говорю. Подлиншую ноточку не держать. Группа «Свобода есть». Наша банда называется «Свобода есть». Мы существуем с июня 2013 года. Играли в рок-клубе, пока он не закрылся. Кто-то сказал про народную студию. Мы вот решили подать заявку на участие. Соответственно, играем преимущественно свой материал. Мы делаем каверы на другие группы. Преимущественно панк-рок играем. Король и Шут, там такие группы, Тараканы. Надеемся, что после участия в вашей передаче «Народная студия» у нас будет больше поклонников, и нас будут чаще приглашать на концерты. Вот раньше мы не знали, что «Свобода есть», а теперь знаем, потому что группа с одноименным названием сейчас находится у нас в «Народной студии». Не буду спрашивать, почему такое прекрасное название у вас. Наверняка есть тому серьезные причины. Как называется песня, которую будете исполнять? Эта песня называется «Мой позитив». Отличная команда, отличная песня. Поехали, ребят.
Ничего страшного, еще разок, поехали. Много радужных картин. Не потому, что мир прекрасен, а потому, что буду не один. И я иду туда, где светит солнце, туда, где ждут меня мои друзья. Сегодня мне фортуна улыбнется, придумать что-то лучше этого нельзя. Серьгу-то они послушали. А что, таких нам... коморков не загонишь. Я эти уже свобода есть. А это значит, пришло время отдыхать. Я на столбай, с неровной крышей. И у меня гуляет ветер в голове. Но в целом я доволен своей жизнью. Ведь у меня есть все, что нужно мне. Черепуля у него такой красивый, да? А барышня шикарная, смотри. Мой позитив всегда со мной, и я хочу им с вами поделиться. Давайте все забудем о делах и будем отдыхать и веселиться. Мой день уже к концу подходит, и я доволен тем, как он прошел. Всегда со мною что-то происходит, и мне поэтому живется хорошо. Вот мне с ними уже все понятно, просто дослушать хочется. Ведь у них же еще кода будет. Это она и была. Молодцы. Теперь я действительно верю в то, что свобода есть. Молодцы, ребят. Записано. Вот это надежда нашей страны, понимаете? Это будущее России. Вот на них все будет держаться. А что нам надо? Да там сейчас это оказывается. Это понятно. А что нам видится, что кончилась война? Вот, кстати, эта песня мне тоже вспомнилась с визитом. Ну, там, оборот, словесный такой. Но вот если бы они даже эту голландскую спели, вот так, это было бы хорошо. Это было вообще круто. У него подача вокалист мне нравится. Да, вокалист удивительный, хороший. Вообще гитаристы мне нравятся. Вот я люблю, когда в людях есть свобода. Вы посмотрите на их руки. Им достаточно на левой руке двух пальцев, не больше, чтобы все это сыграть. И они это делают. Басер иногда вообще одним и лозит, это красотища просто. Барышня хорошая, тебе не понравилось барабанить? Ровно все. Я ждал, когда вы это скажете. Думаю, я сразу сказал, я прям когда увидел. Я вообще люблю барышни, которые вот на всяких инструментах, кроме ионики, играют. Она реально играет нормально, ну ровно все. Меня позабавила некоторая контрастность между солистом и барабанщицей. Она вот такая милая, выражение лица спокойное, какое-то умиротворенное, но ритм-то выдает. И он стоит напряженный. Не, он на вообще, самом деле. Он вот там все. Колоритный парняга такой, вот это вот, да. Здесь нравится еще, они поют про позитив, но вот с таким лицом, конечно. Я бы всех троих забрал, с учетом, что Кристине надо подсказать. Вот и все. И Кристине, и Косте подсказать. Да. Костя там, мне кажется, может, немножечко поволновался. У меня что-то такое вот ощущение есть, что он посвободнее может это делать. Вот из этих трех волновались все. Следующий тур проходит Кристина Орлова, Константин Землянский и группа «Свобода есть». Всем троим спасибо огромное. Итог обсуждения экспертов нам известен, но остается загадкой, как же проголосуют зрители. Если вы хотите поддержать Кристину Орлову, присылайте смс с текстом «НС плюс 7» на номер 4647.
Если вам понравилось выступление Константина Землянского, голосуйте на номер 4647, отправив смс с текстом NS+8. За группу «Свобода есть» можно проголосовать с помощью смс с текстом NS+9 на номер 4647. Обратите внимание, что голосование у нас теперь платное. Кого и когда это останавливало? Через неделю мы представим вам следующую тройку претендентов на победу в музыкальном проекте «Народная студия». Следить за проектом, ходом голосования и новостями из жизни участников «Народной студии» можно на нашем сайте galizdra.ru. До субботы! Увидимся!